Друзья, приветствую вас. Сегодня тема гигантская, но вы задаете много вопросов, поэтому я хочу посвятить этой теме буквально 10-12 минут. Постараюсь уложиться. После этого мы делаем 200 подтягиваний вместе за 33 минуты. Ровно год назад мы с вами делали 150 подтягиваний, ровно год назад, в августе 2019-го, 150 подтягиваний за 35 минут. Но тогда не было гонки на время, тогда просто мы делали в спокойном режиме. Сегодня мне хочется сделать на время. Пробовал я несколько месяцев назад и думаю, что я смогу уложиться в 33 минуты, 200 подтягиваний. Покажу вам схему, по которой вы тоже сможете сделать это количество раз. Если вы тренируетесь регулярно, у вас 100% получится. Просто возьмите это видео с собой и включите на площадке. Сделайте со мной за компанию в том же ритме. Именно такова задача. Ну, а сначала мысли. Чтобы потренироваться, надо сначала чуть-чуть поварить котелком. Немного. Дело жизни. Важнее нет, пожалуй, вопроса. Мне кажется, что нам дано абсолютное мерило для того, чтобы определить и найти свое дело жизни. Это загорающийся внутри огонь. Это страсть, которая дана каждому человеку. Дело в том, что мы живем, вообще нас учат с детства жить в другой концепции. Мы же с детства выполняем то, что нам, чему нас обучают взрослые. Как устроен этот мир. Вот школа, в которую далеко не всегда хочется ходить. А вот экзамены, которые просто нужно сдавать и нужно сдавать достойно. А вот институт, в который нужно поступать. А вот сессия. Мало кому хочется внутри, в глубине души, вот это все преодолевать. Но детство есть детство, понятно, мы закладываем фундамент. Но мы переносим это потом на свою самостоятельную новую жизнь. Вот это ощущение сессии. Не хочется же сдавать сессию, хочется куда-то там гулять, наслаждаться этим миром, приключения испытывать, но не сессию сдавать. Но мы постепенно привыкаем, что жизнь — это и есть сессия. Просто растянутая на длительный промежуток. Это преодоление, это борьба. А то, ради чего бьется сердце, это в выходные, это на каникулах, это с друзьями, это в романтической жизни, в путешествиях, в хобби порой. Но не в основной деятельности. Основная деятельность — это тяжелая лямка жизни, которую надо тянуть, это сессия. Я думаю, что это неправильная концепция. По крайней мере, моя жизнь подтверждает именно это. И это, наверное, то самое главное, чем я горжусь, что я позволил себе жить, не опираясь на какие-то догмы, которые мне пытались навязать и родители, и общепринятые пути вокруг, да, схемы стандартные в социуме. Я выбрал какой-то свой совершенно иррациональный путь, как казалось поначалу всем, и моим родителям, и тем людям, даже друзьям, на самом деле, когда я стал совершать первые шаги, вот этот отъезд в Калифорнию тогда, и, соответственно, прекращение какого-то пути логического, сколько семья в меня вложила сил, в образование, в репетиторов, просто в знание языков, ну, то есть огромный был вложен материал, и на этом фундаменте нужно было строить какую-то стандартную карьеру. А я где-то в 19,5 лет позволил себе не жить так. Почему я рассказываю вам об этом? Считаю, что это было самым лучшим моим решением. Хотя очень долго, порядка 10 лет как минимум, я находился по жизни, вот по тому, как я видел жизнь свою, ниже уровня, которого я, как я считал внутри, заслуживаю. И, соответственно, вам, если вы возьметесь и осмелитесь жить, опираясь на свой внутренний огонь, сейчас, начиная уже, соответственно, прямо сразу, вам нужно быть готовым к тому, что это не пойдет сразу вот так легко. Это абсолютно гарантированно. Годы вы будете находиться ниже по признанию, статусу или материальному достатку 100%.
вы будете находиться ниже, чем если бы вы выбрали стандартные пути. Наиболее вероятно, я не утверждаю, всегда есть исключения. Ребят, любое утверждение, которое я сейчас делаю, из него есть исключение. Но я говорю о подавляющем большинстве случаев. Так устроен мир вокруг. Опираясь на мои наблюдения. Соответственно, когда ты избираешь путь сердца, я буду пользоваться этим словосочетанием, чтобы было понятнее, пусть вас не пугает высокопарность этого словосочетания, но именно так лучше всего называть этот путь. То есть то, от чего у тебя бьется сердце, от чего загорается огонь. Когда ты выбираешь путь сердца, тебя ждут, естественно, препятствия на этом пути, потому что не все будет в радость из-за того, что ты выбрал путь сердца, потому что тебе придется пробиваться через другие двери, через другие препятствия, но ты будешь знать, ради чего. И на самом деле твой дух внутри, вот то самое главное мерило, тот самый главный внутренний голос, который невозможно обмануть, его можно приглушить, его можно закрыть какими-то там крышками и сказать: нет, я адаптируюсь к этому миру, этот мир таков. Но этот голос в глубине, его не заткнуть. У кого-то из вас он звучит громко. И вам, ребята, если он у вас сейчас звучит громко, тот голос, который говорит, как я хочу делать, как я хочу жить, чем я хочу заниматься, это будет очень тяжелая схватка, если вы будете стараться заглушить, задушить этот голос и делать какие-то конформистские, какие-то общепринятые, но неинтересные вам вещи. Выбирать неинтересные вам пути, но которые приняты, которые, возможно, финансово гарантируют вам достаток и независимость. Может быть, вы скажете: вот я чуть-чуть подзаработаю, а потом вот эти игры со своим глубинным внутренним голосом, со своим духом, они, конечно, такие очень-очень-очень сложные. Знаете, как книга «Источник» Айн Рэнд, вот она как раз об этом. Этот источником она называет там именно вот этот внутренний дар, который есть у каждого из нас. Вот этот «Fountainhead», как называется по-английски эта книга, это именно источник священной энергии, который со временем, конечно, иссякает, если ты не живешь в соответствии с требованиями этого источника. Так вот, какой пример мне бы хотелось для вас привести? Представьте, что вы в каком-то ином измерении смотрите сверху на свою жизнь. Вот вы видите ее начало, и вы видите ее завершение. Вы видите весь отрезок с большой высоты. С большой высоты все ведь очень маленькое, и вся вот эта суета, вот эти машинки, тряпочки, какие-то домишки, это все вторично. Вы видите свой мерцающий, яркий, солнечный дух с высоты. На протяжении вот этого отрезка, вот все, старт, вот финиш. И видите второй такой же отрезок. Два варианта вам показаны. А вы наблюдаете с большой высоты и делаете выбор. Может быть, это происходит с вами во сне. Может быть, сейчас на уровне фантазии. В одном случае вы подстраиваетесь под этот сложный мир, делаете те вещи, которые рекомендует социум, рекомендуют близкие, и не слушаете свой зов сердца. Он там пульсирует где-то, вот этот источник, но постепенно гаснет. И так проходит жизнь. Но вы нормально, вы купили, вы приобрели, вас уважают люди вокруг, но вы заглушили свой внутренний голос. Вот тот голос истинного счастья и истинной борьбы. Рядом есть соседний путь. В этом пути вы терпите лишения, которые не кажутся столь значимыми с большой высоты, но в вас сияет, просто плещет этот источник. Звонкая эта жизненная энергия. Вопреки, вы знаете таких людей вокруг. Вы найдете такие примеры. Людей, которые живут в соответствии со своим внутренним голосом. Эти люди сияют. Вы сияете на этом пути. Пусть вас сначала не понимают, не приемлют. Вам приходится противостоять тому, что осуждают. Нет признания, нет финансового результата. Но дух кайфует, он доволен, сердце бьется и горит, как пламенный мотор.
Потому что вы живете в соответствии со своим предназначением. Много громких слов. Громкие слова пугают меня тоже, пугают вас, пугают. Они отталкивают громкие слова, но нет других слов у меня в арсенале. Не могу я это как-то более приземленно сказать. Я так это чувствую. Я считаю, что единственная и самая главная наша задача, то, чем мы обязаны своим родителям, их родителям и всем, они все воплощали свои жизни в нас, частичку свою, чтобы мы, наконец-то, не просто эстафету передали и надеялись бы, что наши дети уже сделают что-то по-настоящему искреннее, по-настоящему правильное, по-настоящему сильное, а что вы сделаете. Вот ты, конкретно ты, ради своих родителей, бабушек, дедушек, всех, кто боролись, терпели лишения, чтобы ты прожил по-настоящему. Таким образом, я предпочитаю смотреть на этот мир и на свои задачи. То же самое предлагаю и вам. Пусть сейчас я не сказал буквальных, не дал буквальных рекомендаций вам, потому что каждый путь уникален. Вы можете собирать редкостные, феноменальные велосипеды. И есть примеры удивительных бизнесов, где люди просто сидят в гараже. Да вспомните хотя бы братьев Райт, которые настолько увлеклись собиранием велосипедов, что решили, а почему бы велосипед не полетел? Да, почему бы нам не сделать, к велосипеду не приделать крылья? Вот что такое чудесная жизнь. Понятно, это уникальный пример. Но таких примеров, таких книг, таких историй масса. Заряжайтесь от них. Ребята, вы ничем не хуже. Не попробовав, никто не гарантирует успех, естественно. Но даже я могу гарантировать одно, что дух будет внутренне счастлив. И эта борьба стоит того. Она стоит тех лишений, ничтожных лишений, которые не делают счастья. Есть люди, которые наступили на свое сердце, наступили на свой источник, заглушили его. Ну да, у них есть вокруг дома, машины. Но какой в этом смысл? Глаза-то потухли. Понимаете? Глаз не горит. Огня внутреннего нет. Машины есть, дома есть, банковские счета, но нет огня. Он все, он раздавлен. В чем кайф? В прозябании? Вот таком, да? В хоромах? Ладно, вы меня услышали и поняли. Пойдемте, подтянемся 200 раз. Отличная огненная задача. А, еще. Через несколько дней, 31 августа, я начинаю новый сезон «Супертело». Это когда я свое время посвящаю вам. Мы тренируемся вместе, питаетесь вы по четкому плану, который я даю. 2 недели абсолютной идеальной дисциплины, когда вы мои знания, связанные с тренировочным процессом, применяете к себе. Не хочу даже распространяться долго о невероятных плюсах того, когда ты через себя пропускаешь конкретную практику. Не просто читаешь или смотришь видео. Вы смотрели немало моих видео, и это совершенно не то же самое, что планомерно каждый день выполнять поставленную задачу и питаться по четкому плану, по детальному рациону, получать детальную программу тренировок всего лишь 2 недели. 14 дней полного отключения своих предпочтений и следования моим. Не предпочтением, а задачам, поставленным вам. К концу 2 недель вы поразитесь, сколько нового вы узнали. Именно через практику вы мои знания превратили в свою собственность. Благодаря тому, что выполняете поставленные задачи. По ссылке внизу вы можете перейти, и через несколько дней мы уже начнем этот тренировочный процесс. А теперь 200 подтягиваний. Пойдем. Значит, смотрите, как мы это будем делать. Делаем по 2 подтягивания. 2 подтягивания – отдых. 2 подтягивания – отдых. Хваты менять. Вы будете вынуждены менять хваты. Я буду стараться делать сейчас, ну, мне проще узкие хваты, очевидно, для того, чтобы ложиться в нужное время. Но иногда все-таки буду забрасывать туда и подтягивание широким хватом. Вариативность хватов дает нам разнообразную нагрузку. Включайте вместе со мной, сейчас мы скомандуем 3, 2, 1, включайте секундомер и поехали вместе. Я готов. 3, 2, 1, делаем. Недерганных, спокойных, по 2 повтора.
темп вместе со мной по звуку могли поддерживать. Сначала, конечно, темп будет быстрее, во второй сотне уже замедлится, поэтому лучше сейчас идти с опережением. Две с половиной минуты. Следите за дыханием и найдите свой ритм, темп. Давайте так, по десятке будем стараться держаться синхронно. Так, ну вот, 1/5.
5,5 минут. Пока хорошо, с опережением идем. Но пока радоваться рано, вторая половина будет сложнее. Я не часто такое делаю, почему я знаю, да, как там вторая половина, первая, я где-то, может, раз в полгода. Но пробовал эти 200 месяца три назад. Так, 42. Продолжаем. Я предлагаю прицеливаться на 30 минут, а в 30 ложиться будет очень сложно. Я думаю, как я сказал, 33. Шикарный день. Что может быть лучше тренировок на природе, а? Тренировки зимой на природе. Вот что может быть лучше. Вот, 10 минут. 64. Пока что 64. Что там у нас уже? Умножить на 3. 108, 192. Вот, уже в 30 минут не укладываюсь. Thank you.
70. Идет. Хоп, 15 минут. Да, но это первая сотня еще пока. Во второй будет все уже по-другому.
100. Так, половина есть. Половина есть, 16 минут. Надо наращивать. Сейчас придется наращивать, ребят. 16 минут, это как раз 33. 32. Четыре или 102? Сто 20. Ну вот, осталось всего лишь 80. Какие-то 80. Уже прошли сколько мы.
140. Всего лишь 60 осталось. Сто пятьдесят. Три четверти. Все, последний рывочек. До 34,5 минуты. Это до 30 минут. 50, конечно, за это время мне сделать не удастся, может вам. Но в 33 минуты я, как обещал, очень постараюсь уложиться в 33. Все, последние 50.
160. Семьдесят. Минут 178, еще 22. Две минуты.
196. 35 секунд. Раз. 198. 20 секунд. Круто. И вот еще 4, 3, 2, 1. 33 минуты. Спасибо вам, ребят, за компанию. Выполняйте это, делитесь такими экспериментами с другими. Вообще, зовите друзей на эти тренировки, потому что вместе веселее, конечно. Все, спасибо за внимание, до новых встреч, пока!